Динарик выходит. Вес 75 килограммов, рост 183. Кличка, вынос мозга. Работает в солдате удачи. Драгон Лиса! Вес 76 килограммов, рост 180. Кличка отсутствует. Эрсиман Байрова! За середину, парни! Парни, правила помним, не нарушаем. Судей нет, времени нет. Командую здесь я. Руки пожали. По углам. Готов? Готов? Да. Ой, поехали! Давай, Роман, давай. Так, а следующая пара, кто у нас? Кто у нас там следующий, а? Следующий Роман Лесняк и Эрзиман Байрова. А, нет. Этих давай. Ты знаешь, как я заговорил? Следующий Артем Чаблин и Журавлев Никитич. Давай, давай. Так, Журавлев! Журавлев готовится! Где Журавлев? Он активен? Стой! Вальте не хватаем! А второй кто с ним был? Чаблин. Василий? Артем. Да! Стойка! Чаблин, Артем! Уравнем, Чаблин! Готовы! Давайте, где остальные? Давайте поаплодируем, что за тихо? Смотрите! Настоящий зверящий спартанский бой. Пустые места есть. Бежи, бежи его! Бежи, сейчас противник! Поддержим бойцов! Активнее! Стоп! Стойка! Парни, внимательно! Бой! Четче, возьми шею и все. Активней! Берешь шею, шею, точно, возьми под шею. Засовывай руку. Поддерживай, поддерживай. Все, тяни, тяни, наружу. Стоп! Стойка! Промыть глаза. Да. Не открывай пока. Сами голову вышли. Подожди, носом, Роза, глава. Иди сюда. Можно попить. Ох, какая тишина гробовая. Ну и смотри. За нашим песком. Ни аплодисментов, ни скриков. Все так напряженно следят за происходящим. Парни готовы? Ой! После этого боя. Да, вариант хороший. Дел. Там он обидчик. Капы не выплевываем. Держим. Готово! Бой! Давай, пока я возьму там. Или что там? На пару пар? Хочу напрягаться, не тишина. Сначала уже. Давай! Камера!
всегда. Песок, кровь. Жизнь такая штука. Всегда можно сегодня выиграть, завтра проиграть. Главное оторваться, главное не сдаваться. Еще раз говорю, здесь нет проигравших, здесь только победители. Но в этом бою все-таки победа! Руки пожали! Если остались силы, пару слов скажешь? Следующий раз. Конечно. Кмов и Раджанов. Извините. Все, больше ничего не делаю. За что? За что? За промах. За то, что ты бился. Да перестань. Да. Проиграл, еще мало работы. Плохо ел, мало спал. Буду работать. Больше есть и больше спать. Молодец. Еще раз говорю. Здесь нет проигравших. Скажи пару слов. Подожди, ну что ж так? Нет? Еще не успел? Не томимый трек, смотри, как все вырывает. Спасибо всем, кто пришли посмотреть. Ребята, занимайтесь спортом. Для вас хорошо, ничего легко не бывает. Сами видите. Хотим, падаем, проиграем. Стараемся и выиграем, я бы сказал. Да, стараемся и выиграем. Ну, в общем, всем спасибо, кто пришел посмотреть. Ты молодец. Занимайтесь спортом. И оба проявили дух и характер. Что, скоро на следующий?